Всем привет! Сегодня у нас последний день зимы, и я хочу вам показать, что у меня в моей оранжерее нового и как я подготовилась к весне. Ну, вот здесь вот сразу на переднем плане мои орхидеи. Они, конечно, у меня недавно появились, но очень хорошо вписались в мою оранжерею. Вот такая красота. Здесь вот такой цветонос, и там еще появляется один цветонос. Вот. Орхидея цимбидиум. Красотка, конечно. У нее существует очень много разных расцветок. Очень. Вот такой вот фаленопсис. Такой яркий, насыщенный цвет. Здесь-то. Вот такая орхидея. Тоже очень красиво смотрится. И столько много бутонов. И вот бутончик тоже стал распускаться. Здесь у меня в бокалах стоят. Мне очень нравится посадка в стекле орхидеи. И орхидея такая большая у меня, камбрия. Аромат, особенно утром, когда просыпаешься, заходишь в комнату, и такой ненавязчивый аромат, приятный. Ну, конечно, и цвет такой яркий, ну, красивый очень. В общем, радует глаз. Ну, орхидея, она просто не может не радовать глаз. Думаю, со мной многие согласятся. Бугенвиллии продолжают цветение. Ну, конечно же, сейчас уже больше солнышка, и им это нравится. Они меня, конечно, радуют всю зиму своим цветением. Здесь вот и новые распускаются. И там на заднем плане. Здесь такой ярко, прям оранжевый. Ну, конечно, тоже очень красиво и эффектно смотрится. Могу сказать, буйство красок. Просто хочется все захватить и против окна еще, поэтому начнем вот так снизу, смотрите. Они, конечно, у меня здесь все уже переплелись друг с другом, посмотрите. Красная, розовая, цвет нежно-розовый, потом с оранжевым. И там наверху, видите, тоже все в предцветниках. Ну, красота! И здесь посмотрите, такой цвет насыщенный, прям такой желто-оранжевый, ну ближе, наверное, к желтому, к теплому такому желтому, просто не знаю, камера передает или нет, там вот прям смотрите, желтый, видите какой, клеродендрум угандийский, тоже. Начинается у него цветение, на всех ветках появляются вот такие вот миленькие цветочки. И, конечно же, декоративно-лиственные растения тоже чувствуют приход весны, так как, посмотрите, за миокулькас, у него столько много молодых листьев выросло,
просто... Он у меня просто огромный. Камера не передает его размеров. Он же у меня еще такой подвязанный стоит. Если ему убрать эти все подвязки, он развалится, наверное, на полкомнаты. Это точно. Ветки здоровые. В 50-литровом горшке сидит. То есть, вы понимаете, какая сила у него. Спатифилум. Здесь понесла его купать и обнаружила у него очень-очень много. Посмотрите, сколько лезет цветов. Ну, красавчик тоже. Большой тоже кустик уже довольно-таки. Здесь тоже мои орхидеи в подвесном кашпо. И красоточки. И снова бугенвиллия. Но у меня очень много сортов, поэтому... И все они практически цветут. Это тоже у меня в подвесном кашпо. В двойном. Здесь тоже перехожу сразу тоже на цветущую бугенвиллию. Нравится мне этот сорт тоже очень. Не могу оторваться от бугенвиллии. Тоже весь кустик у меня, весь в цветных прицветниках. Сколько еще, посмотрите. Видите, весь. Хочу показать свою мединилу. У меня в комментариях просто здесь совсем недавно спрашивали, как же чувствует себя мединила после пересадки? Уже прошел месяц. Чувствует она себя, могу сказать, вообще отлично. Наращивает бутоны. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Вот какой у нас уже бутончик. К 8 марта, конечно, она не успеет его раскрыть, но в марте все-таки должна показать свою красоту. Листочки все в прекрасном состоянии. Я уже говорила, у нее везде из пазух виднеется. Ну, то ли будут бутоны также, то ли новый рост. Пока еще не пойму. А вот с одной стороны-то вот бутон-то прям вообще хороший уже. Ну, конечно, я буду показывать ее. Естественно, я выложу отдельное видео, когда она у меня зацветет. Плюмбага. Я уже говорила, в каждом видео, когда я делаю обзоры, всегда попадает он мне в кадры, потому что он всегда у меня цветет. Еще не было ни разу, чтобы он у меня не цвел. Он, смотрите, бутонов сколько. Вот, посмотрите. Он вообще весь в бутонах. Здесь бутон. Ну, любит, конечно, влажность воздуха. Я его опрыскиваю и еще ношу его в душ обязательно. Потому что если вдруг вот где-то пропустишь, вот в душ не сносишь или не опрыскиваю, то у него сразу начинают листочки как бы сохнуть. Не хватает, в общем, влажности растения. Ну, сейчас вот пока вот один распустился, но я вот недавно совсем обрезала все бутоны и заново. Очень быстро нарастают новые побеги, очень прям. Это мой филодендрон, карамель марбл. Вот видите, решил показать вот такой рисунок на листьях. Здесь вот прям карамель. Здесь какие-то появились светлые.
И что вы думаете? Он у меня тоже собрался цвести. Посмотрите. Вот у него цветонос. И вот лезет второй. Вот так вот. Такое тоже бывает. И здесь по соседству стоит филодендрон фамбам. Тоже у него прям рост такой идет. Появляются вот такие вот прям зеленые, такая свежая зелень. Блестящие листья. Он, конечно, выглядит шикарно. Вообще очень красив собой. Я прям довольна, что его приобрела. Конечно, место занимает очень много. Также совсем недавно у меня была пересадка монстеры Альба. После пересадки, это, наверное, не буду вас обманывать, но я думаю, что еще месяца точно не прошло. После пересадки уже вырос вот такой лист. Смотрите, уже с обеих сторон он резной. То есть, когда я пересаживала, был только вот этот листик. Видите, с одной стороны дырочки были две, а сейчас уже у нас три дырочки появилось. И листик уже больше, чем предыдущий. И он еще растет, потому что у него цвет еще светлый такой. И варигатность вот здесь побольше появилась. Ну, прям вообще, она меня, конечно, радует. И я смотрю, прям листики-то такие крупненькие. Мне прям тоже это очень нравится. Я не люблю мелкие листья, монстеры. А здесь, представляете, будет вот такая вот варигатность. Да еще большие листья. Красота. Вот такие изменения у меня, можно сказать, за месяц. Ну и, конечно же, я мельком покажу свою гордению. Вот такой вот у меня кустик, весь в бутонах. Ну, она цветет, но у нее бутоны не раскрываются как-то вот в одно время, а поочередно. То есть один отцветает, второй через некоторое время открывается. Она вот совсем недавно у меня цвела. И вот сейчас, я думаю, скоро откроется вот этот бутончик. Ну, конечно же, покажу своего гиганта. Он у меня вырос так. Сомик. Ну, ушел, не хочет он на камеру. Там плавает. Такой большой вырос. Думаю, мои постоянные подписчики заметили, что у меня отсутствует водопад. Да, я просто люблю что-то как-то переставлять, и когда что-то долго стоит, мне надоедает, и я меняю с места на место. И решила пока убрать водопад, я его вынесла на веранду, то есть сейчас скоро уже будет тепло, и я наполню. Он у меня будет находиться пока на веранде. А здесь я освободила. Что-то мне захотелось пространства. Ну, хоть здесь немного добавилось, но все же как-то добавилось пространство. И у меня в гладильной на полочке тоже. Смотрите, какая красота. Бугенвилия. Опять же бугенвилия. Красотка. И, конечно же, абутилоны, которые цветут у меня постоянно. Здесь вот у желтого очень много цветочков, но он у меня лысенький. Я ему убрала все такие попорченные листочки. Ну, он обрастет. И здесь вот такой розовый абутилон тоже. Посмотрите, какие цветы. Красиво. В общем, это у меня окно в гладильной комнате. И здесь так как-то попрохладнее даже. И растениям нравится. Они ж не любят жару. Здесь тоже ветка бугенвиллии свисает. Тоже новые предцветники набирает.
Так что к весне готовы, цветем, появляются какие-то новые растюшки. В общем, смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.